Иван Нифонтов на вершине пьедестала. Барнаульский дзюдоист одержал победу в Уругвае в своей весовой категории до 81 килограмма. Иван был сильнее француза. Напомним, на прошлой неделе Нифонтов стал бронзовым призером в Чили. Рекорд результативности установил Алтай Баскет, забросив больше 100 очков команде МБА. Наши в белой форме. Быстрая, эмоциональная, интригующая игра понравилась и болельщикам. Тем более, что следующий во вторник станет последней домашней для Алтай Баскета. У хозяев много вопросов по поводу судейства было. «Такое ощущение, что мы идем, а нас тащат за штаны обратно», сказал тренер наших Владимир Трунов. Кроме того, больше игрового времени получили молодые барнаульские баскетболисты тем вечером. Ведь груз ответственности за результат уже не давит на команду. В плей-офф мы не попали, как известно. Наши показали высокий процент реализации трехочковых и штрафных, что говорит об уровне натренированности команды. Счет аж 104-90, из них 24 балла набрал Владимир Шевель. Праздником под открытым небом закончилась спартакиада муниципальных служащих Барнаула. Работники всех районов города собрались поболеть за своих, вдохнуть свежего воздуха в лесу и зарядиться положительными эмоциями. Девизы, форма, баян, улыбки – все с собой. Начинать надо с кого? С себя. Поэтому если мы на сегодняшний день своими коллективами сможем показать, что мы умеем заниматься и физкультурой, и спортом, то и жители города Барнаула будут заниматься. Стрельба в как бы биатлоне далась с трудом. Ведь пристрелки не было. Из 5 раз нужно было попасть 3, чтобы не мотать штрафные круги. Едва ли кому-то это удалось сделать. Держаться на лыжах тоже не все созданы. Участницам не пояснили даже, что руки нужно вставлять в лыжные палочки, а не просто нести их за собой 2 километра. Аж из лесу звери вышли глянуть на происходившее и превратились в людей. Что ж, кому и пресловутого участия хватило, но только не администрации города. Команда одержала победу в биатлоне спартакиада муниципальных служащих. Хорошее это не девичье занятие, в каком бы виде оно ни было, скажем так. Занимайтесь спортом и почувствуете прилив жизненных сил.